Сегодня Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. Ей исполняется 46 лет. С самого утра артистку поздравляют поклонники, друзья и коллеги. Свой день рождения Юлия, как обычно, встретит в компании любимого мужа за границей. Буквально несколько дней назад Юлия ушла в заслуженный отпуск и на две недели уехала путешествовать по Европе. Сейчас она находится во Франции, где наслаждается отдыхом и планирует отпраздновать свой день рождения. Напомним, что у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского двое детей, дочка Мария и сын Петр. В 2013 году Кончаловский попал в крупное ДТП. На пассажирском сидении находилась его дочка, которая получила тяжелые травмы. Основной удар получила именно Мария. Медики были вынуждены вести девочку в состояние искусственной комы. До сих пор врачи делают все возможное для того, чтобы вернуть юную пациентку к жизни. Высоцкая предпочитает лишний раз не говорить о дочери и продолжает жить дальше.